Так, пробуем мамины таблетки. Ой, простите, что-то я не то взяла. Кстати, очень удобно такой контейнер покупать для таблеток. На каждый день. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Очень удобно. Так вот открывается и закрывается. Чтобы не иметь кучу коробок и в них туда лазить, доставать таблетки. Очень удобно вот так вот расфасовать, разложить на каждый день. На всю неделю нужные таблетки и употреблять их. Это не реклама, а просто реклама. А пробовать я сегодня буду яблоки Golden. Возьму самое спелое. Так. Вот. Пахнет вкусно. Кстати, яблоки Golden, как и среди винограда, виноград кишмиш не имеет аромата винограда, так и среди яблок, яблоки Golden менее пахнут яблоком, меньше всего. Сочные, сладкие, хрумкие. Надо постричься. Волосы лезут в рот. Такое вот яблоко в разрезе. Вкусное. Косточку можно съесть, они тоже полезные. Яблоко как яблоко. Ну, сладкое, сочное. Что еще нужно? Больше ничего не нужно. Мама любит всегда крупные яблоки выбирать. Я ей говорю, мелкие тоже вкусные. Она любит покрупнее. А яблоком особо не пахнет, потому что это Golden. На, мам, ешь. Пробуй. Яблоко ей не то. То ей не то, то ей не то. Нормальное яблоко. Ну и что, яблоком оно не пахнет. Ну и что? Это сладкое. И хрустит. Мне оно нравится. Чего к нему каких-то специй, кетчупа, майонеза и миска. С миском бы оно очень вкусно. Еще вкуснее бы стало. Че смотришь, давай, ставь курицу в духовку. Я буду кушать курочку и закусывать яблочко. Вкусное. Но с мясом будет еще вкуснее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайкосы, смотрите наши видосы. Всем пока!